Внимание на старт. Участники приза памяти мастера ракеты Алима Кулика в боксах. И дан старт скачки. Прямо выигрывает Альфонс. Тут же перекладывается на первое место Моссад. Моссад повел, Альфонс. На третьем месте Туз. Замыкает скачку музыка. Скачку повел Туз. На втором месте Горислав. 200 метров подъем за 14,2 секунды. Скачку ведет Альфонс. На втором месте Горислав. Туз тут же третьим. На четвертом месте замыкает скачку музыка. Лидирует Моссад. И Туз полевой стороной захватывает лидерство и выходит вперед. На финишную прямую компанию выводит Туз. Туз впереди, Моссад вторым. 500 метров пройдено за 30,8 секунды. С большим преимуществом скачку ведет Туз. Горислав держится вторым. Большой отрыв создает Туз и выигрывает приз памяти мастера ЖКЕ Алима Кулика. На втором месте финиширует Горислав, на третьем месте музыка, далее Альфонс и Моссад.